Подача мягкая. Дзюбе. Дзюба скидка. Удар. 0-2. Магомед Оздоев. И Артем Дзюба. И сейчас он ассистировал Магомеду Оздоеву. Вот у меня было чувство, что не закончится на счете 0-1. Так события развивались, что обязательно что-то должно было произойти. Но вот угадать, у каких именно ворот, было невозможно. Обе команды здорово играют в атаку в последние минуты. Но забил, и красиво забил, конечно, «Зенит».